говорящая женщина. Страшно впасть в уста женщины говорящей. Тебе по нутру молчащей, приоткрывающей свои уста лишь для поцелуя. Тебя пугает бездна, раздерзающаяся за шевелящимися и звучащими ниточками губ. Тебя привлекает бумажная женщина, которая говорит, как пишет, пропечатываясь строчками из букв, которые складываются в слова и предложения. Поцеловать же можно только четырехмерную женщину. Но ты давно покинул даже третье измерение и готов встречаться только с двухмерной фотоаватаркой, существующей во времени. А больше всего ты полюбил одномерную женщину, разворачивающуюся в своих текстах, ищешь их, припадаешь к ним. И не можешь даже слышать, как они звучат, лишь видишь эти строчки. Говорящая женщина.